Всем привет, привет подписчики, привет гости канала. Сегодня у нас вот такой вот зверь. Моделька у нас Moose E7. Вот такая маркировочка у нас имеется. Сейчас мы его разберем. Дефект у нас связан с разъемом зарядки. Но показывать замену разъема я не буду. Так, по ходу дела разъема у меня такого нету. Закончились. Вообще, думаю, почему показывать разбирать, первый раз вижу. Престигио с сканом отпечатка пальцев. Думаю, внутри будет что-то интересное, так что вскроем, сейчас посмотрим. И сейчас применим магию монтажа. И магии монтажа, все болты у нас выкручены. Далее мы берем палку, ковырялку и привычными нам движениями, болт не выкрутил, мы разбираем корпус. Паразит какой, а? Так. Здесь у нас крепление разошлось, но ничего страшного, стянется болтом обратно, не будет видно. Крышку мы выбрасываем. Да, вот чего я опасался, что тут сканер, но все пронесло. Сканер у нас на плате, на самой, не на корпусе. Так, теперь мы будем аккуратно этот сканер отсюда убирать, потому что я очень сильно сомневаюсь, что он где-то продается. Так, интересный случай. Вот так у нас шлейф сканера и идет вот сюда под медный экран. На какой-то хрен, сейчас посмотрим. А, ну он просто вклеенный. Так, сейчас уберем, чтобы его не сжечь при пайке. И вот видим, как делают у нас телефоны, друзья, китайцы. Просто тупо на сим лоток налеплен кусок какого-то скотча. Там внутри видим, да, двухстороннего. И залеплено все это. А вот, разобралось. И все это благополучно прилеплено к корпусу. Так, ладно, поехали дальше. Теперь мы отключаем боковые клавиши, чтобы их не вырвать. Вот так вот это делается. Потом отключаем и тачскрин. Тоже он нам не нужен. Отключаем и исключаем отсюда фронтальную камеру, чтобы ее не сжечь. И остался у нас только дисплей. Мы его отстегиваем. И также мы его исключаем отсюда. Теперь нижняя часть нам ни к чему. Тут ничего такого нету. Динамик нам, в принципе, тоже ни к чему. Судя по всему, кстати, динамик тут у нас цепляется на шлейф дисплея. Да, с дисплейного шлейфа выходит отдельное ответвление. Динамик, микрофон и вибромотор. Такое интересное исполнение. Плата у нас также прикручена к корпусу на два самореза. И вот так вот плата у нас поднимается. Теперь можно отстегнуть коаксиальный кабель. Не потерять уплотнительную резинку с датчика приближения и отдаления. Эта часть телефона нам уже не нужна. Мы ее убираем в сторону. А вот это вот нам нужно. Да, как я предполагал, такого разъема у меня, к сожалению, нету. Они закончились. Сейчас покажу в сравнении. Вот такие разъемы у меня есть. Но у этого лапы маленько повыше, так что нету. Сейчас поеду покупать. Для вас ставлю ссылку в описании на набор с разъемами, в котором такой разъем, кстати говоря, есть. Очень хорошим деньгам. С
Алиэкспресса. И ссылочки на группу ВКонтакте. И еще, может, пару каких-нибудь ссылочек. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.